Мне немного не круто сейчас снимать, потому что дождь идет, а я зонтик забыла. Но я, короче, пыталась... А, все в каплях. Я пыталась найти хоть какое-то место, где можно поесть. И я наткнулась на вкусный точек и подумала, типа, надо что зайти. У меня, мне кажется, сейчас весь пакет нафиг развалится. Типа он же картонный. Тут дождь. Итак, я уже дома и... Не знаю, по рандому одела пижаму, еще я сегодня шла с чистки, поэтому у меня все лицо в крови, если так можно сказать, вот, и такая вот я сегодня крутая буду, и я хочу сейчас продегустировать то, что я купила как бы не все меню, потому что, ну, да, но я купила то, что я люблю. Креветки, картошку фри, кстати, картошка фри, ну, они ничем не изменились. И сырный соус тоже. Как бы, как минимум, это все в порядке. Там, кстати, на сырном соусе замазали значок Макдональдса черным маркером. А, в общем, я хочу сейчас в первую очередь попробовать вот эти два чилибосика. Это вишневый пирожок. Кстати, мне вот эта упаковка нравится больше, чем то, что было до этого на самом деле. Мне просто очень нравится вот такой цвет, и мне кажется, что... Ну, оно минималистично так выглядит, балдежно. Вот конкретно за пирожки ставлю лайк. Окей. На самом деле, мне нравится вся эта история с вкусной точкой. Это же звучит достаточно... Рафляненько звучит. Мне нравится. Типа, пойдем в тот самый. Это больше смешно, мне кажется. Такая вот я с юмором. Кстати, в момент, пока Макдональдс отсутствовал, мы вообще очень любили вот эти пирожки. И мы нашли им уже даже замену, успели найти другие пирожки с вишней. Поэтому не знаю, вот понравится мне сейчас этот пирожок или нет. Но я уже как бы нашла и получше. О, вау. Я укусила просто тесто сейчас. Ребят, пришла мама, главный дегустатор. Ты будешь за меня есть. Ты уже все съела? Нет, я только откусила. А, не за тебя? Короче, тут куда-то делся джем. А, он утек. Ну, давай попробуем. Наешь ты. Ой, ну реально, слушай, он другой, правда. Нет, но он не другой, он просто куда-то утек. То есть я откусила просто тесто. Да? Ну, мне кажется, раньше такого не было. Сейчас попробуем. Так он, может, просто остыл, пока я его несла. Но я говорю, мы уже успели найти замену этим пирожкам. Ну, вроде бы он такой же. Да там все такое же, мне кажется, просто упаковка поменялась. Что ты еще смотрела? Вот, чизбургер. Подожди. Вот чизбургер. Но мне упаковка нравится у пирожка, она минималистичная очень. Ну, чизбургер. И тоже упаковочка поменялась. Ну, упаковочка. Кому нужна упаковочка? Да, не знаю, она просто минималистичная, мне нравится. Я видела в телеграм-каналах, что там булочки заплесневелые где-то были. Они были с задней стороны, как будто я видела фотографии. Ну, смотри сейчас. Да что... Не знаю, по-моему, нормально. Нет, не внутри, а снаружи. Да, ну нормальная булочка, да, вполне. То есть я не знаю, ну, у кого-то, видимо, попадается, у кого-то нет. У нас хорошо все. Угу. Может быть, больше и не будет таких попадаться. То же самое. То же самое? Ну, сейчас я попробую. Ну, в целом, да, в целом начинка такая же. Ну, продукты, понятное дело. Ну, я не знаю, может, он впоследствии изменится. Просила у мамы, что купить. Она мне тут накидала просто бургеров какие-то. Бургер? А что там еще брать? Я не знаю. А вот смотри. Гранд Делюкс, Чикен Премьер. Что бы это какой, какой бургер вместо какого? Я всегда брала только чизбургеры, если их брала еще. А это что? Чикен бургер. А, чикен. Он также назывался? Да, он назывался так же. Просто вот этот Гранд Делюкс, видимо, вместо стрипсы. Какого-то от Макдака. А стрипсы, да, я посмотрю, какие. Такие же.
Ну, они прям одинаковые, да. Да ничего не изменилось, я так и предполагала. Ну, в целом, пока что... Ну, мы, кстати, успели зайти еще до открытия вкусной точки на вокзале в Макдональдс. Да, на московском вокзале. Там такие рафляные ребятки были. Гранд-де-люкс. Сколько было шуток. Слушай, наверное, Гранд-де-люкс, он вместо кого-то... Смотри, какая большая котлета. Вместо какого-то большого. Типа, да Биг Мак, по-моему, это. Ребят, напишите в комментариях. Я вообще эти бургеры вместо какого? Что у тебя еще там есть? Ничего. Есть чек. Ты будешь пробовать сейчас чикен премьер? Так я их не люблю, давай ты пробуй. Хорошо. Так, Гранд-де-люкс пробую. Ну, котлета тут обширная. Мы, кстати, пирожок вишневый по акции купили, он 1 рубль стоил. Угу. Приложение. Гранд-де-люкс, мне кажется, суховат немножко. Или нет? Ну, в целом, ну, не очень. Мне Гранд-де-люкс не очень понравился. Самый дорогой, по-моему. Наверное. А вот сейчас 189 чикен... рублей, да, самый дорогой. А вот сейчас чикен премьер, но... Да. Мне очень понравились там девушки на кассе. Они все там такие, примерно моего возраста, да. И они такие рафляные там тоже стоят. А у меня оплата на карте не проходит, потому что мама мне накидала там столько бургеров, что на карте денег не хватило. И я начала ей говорить, типа, давайте убирать самые дорогие бургеры оттуда. Она начала вычеркивать, все равно не проходит оплата. Слушай, ну да, на плесень я тоже тут не нашла, вот, посмотри, вполне приличный. Ничего не изменилось. Ну, в принципе, там ничего не изменилось. Там весь зал был занят. А, то есть народу было много. Да, я еле как села. Я вот не могу сейчас пока с Кристиной ходить, но она вот сходила, купила все. А еще я вам хотела показать, что я сегодня купила. Это две вот такие штучки, Биврашет, да. А, в общем, это моя любимая помада, точнее, ну, блеск для бровей, чуть не сказала, блеск для губ. В прошлый раз, когда я там покупала что-то в Роше, он закончился, и я месяц прожила без этого блеска, не знаю, как я выжила на самом деле, потому что это реально самая потрясающая вещь. У меня таких уже пустых тюбиков штук 6, наверное. Вот, ну, он просто потрясающий, я его очень сильно люблю, вот он в оттенке 02, если что, это прям мой must-have. И также я купила вот такой лак для ногтей. Он, видите, у меня вот два теперь похожих есть. Один от Dior, но он уже как бы почти заканчивается. Я хотела проверить, насколько они будут отличаться. И вроде бы как вот этот полупрозрачный, это должен быть, ну, на такой белой основе, то есть перекрывать полностью цвет ногтя. Вот, посмотрим, как он будет выглядеть. У меня такой есть уже темно-синий, и мне он очень прям зашел, так что я решила купить еще розовенький. А вот это те лаки для ногтей, которыми я, в принципе, часто пользуюсь. Ну вот. Вот этот вот мне нравится меньше всего. Он белый. Белый — это, конечно, клево, но он прям очень сильно быстро облазит. Поэтому я еще думала купить вот такой же, только беленький. Ну, может быть, как-нибудь потом. И вот этот вот вообще мой любимый. Он сейчас у меня на ногтях. Это Шанель. И он у меня в эксклюзивном цвете. Вот прям оттенок. Прям то, что нужно. Вот реально очень красивый. Просто многие просили показать мои лаки для ногтей, так что вот. В общем, ребят, произошла крайне странная вещь. Этот влог, который я снимала, который вы только что посмотрели, у него не заснялась концовка. И все настолько серьезно, что за время мне уже даже сняли брекеты. А концовка, вот она тут, сейчас происходит, кажется. В общем, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И еще я хотела у вас спросить, хотели ли бы вы видеть какой-нибудь ром-тур на моем канале, потому что в последнее время в директе в Инстаграме я очень часто получаю как бы сообщения по поводу вот этого вот всего. Я не знаю, стоит ли его делать, было бы ли вам интересно посмотреть. И если что, еще пишите какие-то другие темы для видео, которые вы хотели бы видеть на моем канале, если они у вас какие-то есть. В общем, да, спасибо вам большое за просмотр этого видео, надеюсь, что оно вам понравилось. Я вас очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю, и всем пока-пока!